І наостанок нашої сьогоднішньої розмови я запрошую до ефіру Ігоря Черкашина. Це голова експертної платформи з енергоефективності. Пане Ігорю, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Маємо ми з вами поговорити про наш опалювальний сезон. Ми розуміємо усі, що він буде складним. Хочу звернути увагу наших глядачів на те, що у нас зараз перебуває, яка в нас кількість газу знаходиться у сховищах. Нещодавно Кабмін дав, знаєте, підняв планку і сказав Нафтогазу, що в наших сховищах має бути не менше, ніж 19 мільярдів кубометрів. Нафтогаз каже, що ми це завдання урядовці виконати не зможемо, і зараз у нас лише 12,3 мільярдів. Але в Нафтогазі говорять про те, що менша кількість газу, вона все одно не буде критичною в сховищах. Це, пане Ігорю, вже таке заспокійливе нам дають перед опалювальним сезоном? Чи все ж таки треба напружитися нам? Ну, на самом деле, когда мэры городов, самых крупных городов Украины и глава Нафтогаза Украины говорит о том, что необходимо запасаться дровами, я думаю, что это более объективное описание ситуации, чем просто успокоительное о том, что газа хватит. На самом деле, основной вопрос и основной риск для Украины в отопительный сезон заключается не в том, что хватит газа или не хватит газа, а в том, что будет ли сохранена инфраструктура централизованной теплогенерации в городах, особенно с точки зрения снабжения теплом в богатоквартирных будинках. Это основной риск для Украины, и, к сожалению, пока мы не получили надлежащей противоракетной обороны, гарантировать о том, что генерация будет сохранена, остается большим вопросом. Тобто питання зараз не в тому, чи вистачить нам кількісно газу, а в тому, чи через обстріли газової інфраструктури матимемо можливості отримати цей газ, чи ні? Правильно я вас розумію? В тому числі, да, з точки зрення отримання газу, з точки зрення превращення газу в отопление, да, в тепловую энергию. То есть централизованная теплогенерация, которая уже в нескольких городах полностью разрушена, Кабмин выделил на восстановление денежные ресурсы, но просто надо себе понимать, что даже если случится чудо, и к отопительному сезону эта разрушенная центральная теплогенерация будет восстановлена, нет никакой гарантии о том, что следующая ракета опять ее не разрушит. Поэтому, безусловно, основной вопрос – это для громад, там, где большое количество богатоповерховых зданий, это создание, определение и подготовка таких общественных зданий, ковчегов, где можно было бы пережить тяжелый холод. Эти ковчеги должны быть оборудованы автономной системой отопления, автономным электроснабжением и, скорее всего, бомбосховищами, потому что надо быть готовым к ракетным ударам. А с точки зрения жителей богатоповерховых будинков, я бы посоветовал в первую очередь пройтись по родственникам, узнать, в каком состоянии их дома, в одноквартирных домах, в индивидуальных домах, с тем, чтобы можно было бы куда-то в случае возникновения крайней ситуации перебраться. Ну, ви сказали про ковчеги, насправді дуже цікава і, мабуть, своєчасна ідея, але ви десь бачили, що подібне щось починали робити в Україні? Ну, на самом деле, это достаточно, с одной стороны, просто, с другой стороны, этим надо просто заняться. То есть общественные здания, которые уже имеют автономные системы теплообеспечения на базе, например, котлов на биомассе, либо модульных газовых котелен, куда подведено уже распределенный газ, либо где можно было бы быстро оборудовать на твердой биомассе хотя бы те же, ну как называют, буржуйки, только большой мощности. Поставить дизельные генераторы для обеспечения электроснабжения этих зданий. То есть тут это, по сути, здания, которые могут повторить собой места для... Раньше такое делалось для беспритульных, да, где людям давали возможность согреться. Но в данной ситуации это должны быть школы, должны быть высшие учебные заведения, ну, где можно было бы оборудовать помещение для того, чтобы пережить холод.
Ну, все ж таки, моя особиста думка – це в даній ситуації не варто сподіватися 100% на державу, на те, що облаштують оці всі ковчеги, як ви говорите. Українцям, мабуть, треба заздалегідь готуватися самим. Ну, в принципі, в нас так завжди і буває. Давайте дайте нам топ-3 поради для українців, як підготуватися. От зараз серпень, зовсім скоро почнеться опалювальний, як підготуватися нам до холодів. Если мы начнем, с одной стороны, одноквартирные будинки, все гораздо проще, с другой стороны, сложнее. Первая позиция – это твердотопливный котел, либо буржуйка. Вторая позиция – это резервирование по электрообеспечению, желательно с какой-то генерацией, пусть это будет солнечная, либо, ну, скорее всего, солнечная, потому что времени на установку какого-то ветряка уже просто нет. Консолидация с соседями и обустройство какого-то генератора на несколько зданий одноквартирных. Это что касательно частного сектора. Что касательно многоквартирных домов, безусловно, если есть возможность запастись модульными котельными, которые можно было бы заказать даже внутри страны, есть производители, которых качественно и быстро достаточно делают и готовы предоставить по запросам городов, с тем, чтобы иметь возможность переключить централизованного теплоснабжения на автономные котельные, которые бы помогли спасти группу домов, либо один большой дом многоквартирный и так далее. Что касается непосредственно жителей многоквартирных домов, ну, устанавливать буржуйку на 10 или 12 этаже – это практически нереально в наших условиях. Но если до этого дойдет, то, скорее всего, к этому будут люди стремиться. Единственная просьба – не экономить на домарях, потому что можно не замерзнуть, но можно угореть от дыма, если неправильно обустроить элементарную буржуйку даже в собственном доме. Це точно. Пане Ігорю, а останнє до вас питання. А оцей аргумент, наскільки він би цинічним не був, про те, що впало споживання промислових підприємств і через знищену інфраструктуру, і не тільки. Чи допоможе він нам перезимувати, як ви вважаєте? Да, безусловно. Падіння роботоспособної економіки і великий відток населення в еміграцію, безусловно, освобождає ресурси для тих, хто залишився. Но почему я обращаю внимание на ковчеги, почему я обращаю внимание на систематизацию проживания? Потому что нет целесообразности отапливать здание, в котором используется, например, 20-30% жилого фонда. Нужно, безусловно, руководителям городов сегодня озаботиться, какие дома будут подключены постоянно к центральной системе отопления, каким образом использовать максимальный жилой фонд, который может быть гарантированно отоплен. Ну, дякую вам. Єдине, що можу побажати усім нам після цієї розмови – теплої зими нам усім. Так. Будемо сподіватися, що погода теж буде на нашому боці. Я вам дуже дякую за розмову. Ігор Черкашин був з нами на зв'язку, голова експертної платформи з енергоефективності.